Казахстанское общество должно объединиться и вместе противостоять проявлениям терроризма и экстремизма. Об этом на заседании в Нур-Отане сказал глава комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Нурлан Абдиров. По его словам, поправки в законодательство станут дополнительным инструментом и помогут обеспечить стабильность в стране. Большой блок изменений касается профилактики экстремизма. Эксперты считают, особую роль играют не столько правоохранительные органы и специальные службы, сколько сами казахстанцы. Законопроект предусматривает поправки в 24 законодательных акта. Отмечу, в заседании участвовали депутаты парламента, эксперты по правам человека, представители НПО и ОБСЕ. Мы должны сегодня учить самих людей. Мы должны добиться того, чтобы каждый казахстанец понимал, что это опасно, что это угроза. Он должен видеть, он должен относиться к этому как к нехорошему, опасному. И постараться уберечь своих родных, близких, чтобы они не были втянуты в эти процессы.